Бессонница стучится. Тук-тук-тук. Вспомнила все аутотренинги, которые у нас тут делали. Ребята, не обращайте внимания, камера прибавляется 7 килограмм. Единственная соцсеть, на которую я попалась, это Инстаграм. Мне Андрей Сергеевич склеил несколько листов бумаги. Я зашла на кухню, сидит мой муж. Что мы, правда, превращаемся в мистический. Нарисовал мне простую карту. За секунду до того, как раздался стук в двери, я подумала, сейчас придет Юлька. В дверь горцы постучали. Я сестру свою возила. Я опять испугаюсь. Говорит, прям прекрасно. Она говорит, прекрасно, прекрасно. Литературное произведение на сцене. Это очень сложно, тем более такое, как Лавр. Я вообще... Да-да-да-да! Нет, ну это как? Да, вот так. Вот это как? Посмотрели? Что? Хороший. Посмотрели? Солнце поживает. Она поживает сегодня лучше, чем обычно, или хуже, как сказать. Я сегодня ее немножко победила. А, да. Одна из моих лучших подруг – это бессонница. Это удивительно, но, наверное, первая моя бессонная ночь была, когда мне было лет 6. Я очень хорошо помню, что просто лежишь и не можешь уснуть. Вот у меня так бывает, доктор спрашивает обычно, потому что я действительно с ней разбираться пытаюсь, хожу к разным специалистам. И всегда вопрос такой: вы не можете заснуть? Или вы просыпаетесь ночью? Когда я говорю, что и то, и другое... Ой, смотри, какой он... Какой бандит. Какой хорошенький. Абсолютно бандитский. Я говорю, что у меня и то, и другое, и, конечно, это приводит в недоумение. Ну все, я умываю руки. И сегодня я вот как раз уснула, но проснулась через час. То есть я уснула где-то в 10:30. И в 11:30 я проснулась. Бессонница стучится. Тук-тук-тук. Бывает у тебя такое, когда ты чувствуешь вот все тело, оно как звенит, такое напряжение. Вот прямо, знаешь, как сказать, оно не от тебя зависит. Это не то, что ты нервничаешь, не то, что боишься экзамена, а вот просто как бы тело... Без видимой причины. Да, без видимой причины, вот такой вот, вот сейчас присутствующий. Я начала дышать. Вспомнила все аутотренинги, которые у нас делали в театральной школе. И там расслаблять прям, направлять свое внимание на то, что у меня расслаблен ли лоб, расслаблены мышцы лица, шея, руки. И на самом деле я сегодня... Вот так вот дыханием я и смогла заснуть. Я просыпалась, но я засыпала потом, и не было больше такого напряжения. Так что это такой для меня сегодня приятный был сюрприз. Не то, что я об этом не знала, но вот есть такое состояние ночью, когда ну, не приходят тебе в голову правильные мысли. Вот интересно. Ну да, еще мы зачастую усугубляем это свое состояние тем, что мы хватаем телефон с тумбочки. Думаю, что сейчас мы полистаем новостную ленту, и как-то нам это поможет почему-то. Не знаю, почему мы каждый раз на эту удочку попадаемся. Читать – это же тоже известный такой совет, который помогать якобы должен. Но просто мы стали путать чтение литературы художественной книги с чтением новостной ленты в соцсетях. Литература, то есть какая-то история, да, вот помогает все-таки мозгу войти в определенное состояние, ну, может быть, и не то чтобы расслабленного, но отключает тебя от твоей, как бы, да, допустим, проблемы или твоего напряжения личного, но при этом не дает невероятное количество информации. Там как бы есть тоннель. Вот ты попадаешь в этот тоннель книги. Угу. А когда мы листаем ленту новостную или там в соцсетях, смотрим комментарии, картинки, видео короткие, то это не тоннель, а это какой-то такой, знаешь, даже не распутье. Лабиринт. Лабиринт, да. И там ты туда повернул, сюда это. И мозг, он все равно вынужден это все анализировать. И информация, которая, по большому счету, нам и не нужна, она все равно будоражит. Я вот часто думаю о том, что, забивая себе голову таким обилием информации, не имеющей к тебе прямого отношения, ты не оставляешь места для чего-то очень важного. И оно куда-то все вываливается. Картинки вот в соцсетях, как кто-то там что-то выложил, вот это, кто-то вот это уже, ну, на мой взгляд, в этом очень мало
приложение можно найти в собственной жизни дальше. Тут вот это еще. Мне кажется, что вот это, как Андрей Сергеевич, цитируя Кончаловского, диарея образов. И так много всего. И диарея от картинок. И диарея картинок. Если я правильно расслышала. Диарея картинок. Она еще хуже, чем даже диарея новостей. Возможно. Ну, мне просто с этим проще. Я очень быстро устаю. Скроллить, то, что называется. Единственная соцсеть, на которую я попалась, это Инстаграм. Ну, может быть, это не созидательно, так прям созидательно, но довольно конструктивно, что ты можешь поделиться моментом, что ты действительно можешь, вот тебя что-то, ну, на тебя произвело впечатление, вот какая-то картинка или какое-то событие, и ты стал свидетелем, и ты можешь поделиться этим с людьми, как вот, например, поделиться мотивацией, да, по поводу спорта, как ты можешь про вкус какого-нибудь продукта, про вкус путешествия, про, ну, что такое, я не знаю. И мне казалось, что это, ну, грубо говоря, про то, чтобы делиться позитивом. Угу. Потом, конечно, сейчас я уже так не думаю. Сейчас я понимаю, что это превратилась немножко в такую социальную, такой социальный театр. Uh-huh. Ну, когда я говорю социальный, не в смысле, а вот именно соцсеть-театр. Uh-huh. Потому что люди настолько стали использовать это для того, чтобы как-то, я не знаю, реализовать свои личные эмоциональные какие-то. Это, наверное, тоже хорошо, кому-то это помогает. Многие, мне кажется, и не нужно им ходить к психологам, есть Инстаграм. Можно все рассказать всему миру. Не одному человеку на диване, психологу, а всему миру. И вот что с нами случилось, Юль, вот во время последней съемки спортивного нашего прохода? Нет, ну я не знаю, либо оператора надо очень серьезно поругать. Очень серьезно. Потому что надо выбирать... Ракурс, безусловно, очень важен. Когда ты бежишь спиной и... Подожди, да. Ну, знаешь, это кто на что учился. Да. Да, он взял камеру, беги спиной. Чего тут уже? А мы с тобой должны хорошо выглядеть, делиться информацией, при этом еще упражнения делать физически. И почему-то нас показывают, как будто у нас нет шеи. Вот я же крашу губы, когда ты говоришь. Вот. Ничего, меня отвлекает проблем все равно. Я, знаешь, сейчас сижу и вспоминаю наш с тобой любимый сериал «Друзья», когда они смотрят хоум-видео, где Моника в школе, и она еще такая очень полная, помнишь, Юля? Да, да, да. И все такие, ой, Моника, боже мой, какая ты Чендлер, какая же ты это, там, какая ты помпушка, вот. И, ребята, не обращайте внимания, камера прибавляет 7 килограмм. Сколько камер тебя снимало? Чем больше камер на айфоне, вот в чем беда. Больше килограмм прибавляет. Да, пока 2 еще ничего, когда 3 уже проблема. Ну, по-прежнему, мне кажется, когда я встречаю посты, я в принципе так подписана на таких людей, когда я встречаю такие посты, вот там девчонки очень здорово готовят. И там у одной девочки там своя маленькая пекарня, она печет, она показывает сторис, она одна. Она печет, убирает, продает, и еще и ведет какие-то мастер-классы. У нее классные рецепты. Для меня вот по-прежнему остался в этом, ну вот в Инстаграме такая, ну как сказать, позитивная и конструктивная часть. Ну прикладная. И прикладная в том числе, да. Ну прикладная функция Инстаграма, она, на мой взгляд, еще и в том, что ты можешь очень оперативно попасть в какое-то место и увидеть его своими глазами. То есть в ресторан ты решил в новый сходить, ты раз, забил там поэтому по хэштегу и посмотрел не, там, не то, что они сами о себе хотят рассказать на своем сайте, а то, что увидели другие люди, скажем. Или, ну, там, не знаю, в какой-то город ты едешь, подключился, какая там погода, в чем там люди одеты вот прямо сейчас. Это очень удобно. Да, это очень, я согласна. Нет, и потом я, например, знаю, вот сейчас мы меньше гораздо можем путешествовать, но по-прежнему я, например, знаю, что происходит там во Франции, там у моих любимых поваров, которые там
или новый рецепт, или он перешел в новое место работы, и что там. И это тоже у меня действительно... Это кооперативность. Да, да, да. Достижение прогресса, да. Как и навигатор. Безусловно, когда мы по картам бумажным искали, наверное, мы как-то разминали свои мозговые извилины. Но зато как мы экономим время, если мы используем навигатор. И нервы. И нервы тоже, да. Я умела карты читать так, где направо, налево, какая-то дорожка. В чужой стране там, во Франции, там, в Греции. А знаешь, по Москве так смешно, по адресу. Да, я по атласу Лос-Анджелес изучала. Мне Андрей Сергеевич склеил несколько листов бумаги, нарисовал как бы такую простую карту. Нарисовал? Нарисовал мне простую карту. И я вот по ней, вот здесь, значит, 409-й, здесь 101-й, здесь там вот в Энсино так ехать, Беверли Драйв туда, вот это все. Что ты? Слушай, ну у вас суровое положение, вы не могли карту даже так. Нет, атлас просто очень трудно, ты как карта, вот она у тебя перед глазами сразу. А там нужно листать, там, как, там страницы где-нибудь пересекаются, потому что подробные вещи атлас. А когда ты за рулем сам, с подробностями как-то дело обстоит неважно. Поэтому, а я училась водить именно в Лос-Анджелесе, я там... Ну, тоже, знаешь, вы... Я как вспомню, для меня до сих пор начали кошмар, эти огромные грузовики, которые вот так вот проносят рядом. Они же такие все начищ. Больше нигде нет таких красивых грузовиков, как в Америке. Каждый начищен так, он блестит, как медная труба, как вот эти, знаешь, эти духовые инструменты у хороших музыкантов. Но ужас от этой мощи, еще ослепленный ты этим сиянием от всего начищенного. Я помню, я сестру свою возила, и она такая, ой, опять испугаюсь. Мое любимое выражение, очень многие любят говорить, я человек творческой профессии, я творческий человек. Мне кажется, в человеке, в принципе, заложено это, вот этот кусочек театра есть в каждом человеке. Когда человек идет, у него большой кусочек театра, то он, наверное, пытается стать артистом, режиссером, критиком. То есть вот туда, куда ты идешь, не знаю, оператором. А когда кусочек театра не нашел реализации в профессии, то, ну вот, наверное, раньше там как-то во дворе люди платья показывали друг другу, ну там одевались для бабушек на лавочке, которые не, ну, сидят. Ходили, да подожди, на променад, причем вот. Неважно куда, на Тверской бульвар или на набережную Дона. На английскую набережную в Ницце. Неважно, да, да. Или на сквер в Чебоксарах. Да, да, вообще, да. Вообще поразительно. Да, а сейчас, ну, вот так же выходит в соцсети. Тут как бы я ничего такого не вижу зазорного, плохого. Нет, ты знаешь, ведутся разговоры уже много лет. Инстаграм в связи с этим начал даже предпринимать какие-то шаги, скрывать количество просмотров. Чтобы не стимулировать людей к самолюбованию? Чтобы избавить людей от комплексов, потому что... Большинство, особенно юных пользователей, они не делают разницы между картинкой и реальной жизнью. И они считывают это все, они все за чистую монету принимают, но это вот такая вот особенность. Но это как тоже, это всегда было. Вот в газете напечатали. Вот по телевизору показали. Вот по телевизору показали. Вот теперь в Инстаграме. Вот да. Теперь в Инстаграме. И Инстаграм, и что скрывает сейчас количество просмотров? Вот я, например, после обновления не могу посмотреть на твоей странице, сколько человек видела наш выпуск последний. Да. Инстаграм убрал лайки для того, чтобы люди не гнались, видимо, за количеством просмотров. Но нас на Микине не проведешь. Мы же не будем все равно смотреть ленту Инстаграма, если не будет этого элемента соревновательности. Нет, но тут еще кроме соревновательности, подождите, это же финансовая составляющая там очень серьезная. Именно. То есть люди... Инстаграм превратился в инструмент зарабатывания денег для, ну, я не могу сказать многих-многих, но для значительного количества пользователей этой сети. Люди получают что-то по бартеру. Пока возможность была путешествовать, ну, более широкая такая, люди могли поехать в какую-то поездку. Люди рекламируют свои услуги. Рекламируют свои услуги, там, какую-то продукцию чью-то, помогают друг другу в продвижении. На самом деле, в этом я тоже не вижу ничего плохого. Другое дело, что если все захотят
вдруг стать блогерами, кто будет печь хлеб, лечить людей и делать все остальные шить важные трусы, дела. И шить трусы. Да, ну, честно, надо с тобой спрашивать, а вы-то что не шьете трусы? Я не умею. Я пыталась, клянусь, пыталась шить. Так хотела научиться шить, вообще не получилось. Ну, вязать-то умеете? Ну, крючком я умею вязать. А я умею английскую резинку, изнаночная, лицевая, но только шарф могу связать. Ну, в смысле, полотно. Понятно. Я умею и люблю делать работу по дому. Я люблю убирать, я люблю гладить, да. И я люблю готовить. Вот это, то есть в этом я все-таки это я умею. Нет, ну, человечеству всегда нужно будет, конечно, хлеба и зрелищ. То есть нужно будет обязательно составляющая, которая будет материальная, то есть которая будет кормить, да, одевать и другие услуги необходимые предоставлять. То есть хлеб – это же не только хлеб, это и обучение, хлеб – это и медицина, хлеб – это и транспорт, передвижение. То есть, ну, хлеб – все, что нам нужно для того, чтобы мы выжили. Жили. Для физического, да, существования. А зрелищ – это все, что нам нужно. Это абсолютно равноценные вещи. Нужно что-то философское, нужно что-то развлекательное. Нет, неравноценные вещи. Пирамида Маслоу с тобой поспорит. Что важнее в основе все равно биологическое выживание, а потом идут всякие культурные надстройки. Ну вот пандемия показала, что людям без общения очень тяжело, и что на какой-нибудь скудной пище прожить проще, чем без возможности наслаждаться общением друг с другом, походами в театр, в музей. Но я это слышала от очень многих. Но похоже ли это будет на жизнь, если мы будем с едой и с водой, но без вообще социума, без культуры и вот всего, что к этому прилагается? Вот тут вопрос. Ну, вот как раз будем ли мы людьми останемся? Возвращаясь к социальным сетям. Просто спасение пандемии было, да. В времена ковида, что ты можешь по видеосвязи пообщаться. Сейчас они на видеосвязи, а потом они встретятся, поедут куда-то. Ну, так. Нет, это, конечно же, спасение было, и соцсети, и всякие видео, звонки и связи. Но все равно я знаю, я прямо слышала у очень многих, причем разных, из разных стран людей и разных сфер деятельности, которые говорили: больше всего я скучаю по театру. Я на самом деле давно в театре не была. Что сейчас интересного в театре происходит? Не знаю, сейчас сезон только открывается. Ну, да, у кого-то еще. Ну, вот я знаю, в Моссовете сезон открывается в середине сентября. Uh-huh. Вот. Мы играем в конце сентября. Приходите, мы играем 24-го, 25-го, 26-го трилогию Чехова. «Дядя Ваня, три сестры, Вишневый сад». А сцена из супружеской жизни как называется? Сцена из супружеской жизни с Гошей Куценко в театре МХАТ имени Горького мы играем 27 октября. У меня такая театральная афиша. А что в московских театрах происходит сейчас? Посмотрели? Да. Что? Хороший. Посмотрели? Я, например, хочу тоже посмотреть. А вы уже посмотрели «Лавр» в МХАТе? Да, да, совсем недавно. Я позавчера буквально посмотрела. Это премьерный спектакль в МХАТе Горького в постановке Баякова по роману Водолазкина. Сделана такая как бы адаптация сценическая романа «Лавр». Литературное произведение на сцене. Это очень сложно, тем более такое, как «Лавр». Ну и вообще Водолазкин такой философский, мистический, очень чувственный и при этом и такой разбросанный во времени, в пространстве. И как бы, мне кажется, я честно говоря, шла замирая. Ну, потому что это, ну, представить себе, как это можно сделать, воплотить визуально, ну, в кино еще как-то можно понять. Но вот реально в том виде, в котором мы увидели это на сцене, это очень убедительно и очень интересно. Все равно тут есть такой момент, вот как сам Баяков говорит, это фронтальный театр. То есть тут есть момент преподнесения текста. То есть это текст. Осталось во многом текст. Но при этом все равно характер. Есть несколько замечательных актерских работ. Прекрасный Леонид Аркадьевич Якубович. Я узнала и не могу. А я без программки сижу. Я его сразу по голосу. Он такой органичный. Ну, это все знаем, что он замечательный артист. Что он вообще очаровательный, обаятельный. Он играет там
такого, ну, священнослужить, ну, то есть протоиерея, ну, первого вот как раз такого, самого главного. Опоздание на службу. Опоздание на службу. Или наоборот, преждевременный уход со службы. Каюсь. Он, ну, просто потрясающе, очень-очень здорово. Ну, то есть вообще там интересно, очень хорошо, прекрасно звучит, так здорово звучит Алиса Гребенщикова. Очень здорово Дмитрий Певцов тоже, он как раз доносит текст первые три четверти спектакля, и в конце он сам становится этим лавром, то есть он играет эту роль. Очень, ну, то есть там при воплощении, там от мальчика, я, это не спойл, не спойлер, потому что... Для тех, кто читал роман, мне кажется, тем более. Ну, кстати, если вы собираетесь идти на спектакль, роман читать не обязательно. Там достаточно ёмко, но в то же время развернуто представлена история, и все понятно. То есть, как бы, понятное дело, что в три часа уложить роман, но это очень-очень сложная задача. Ну и потом, кто любит музыкальные спектакли, там такая замечательная музыка, потрясающая девочка, которая поет, это невероятный голос. Это очень красивая музыка и прекрасные молодые артисты, которые исполняют танцевальные номера, как бы массовые сцены. Это все очень стильно и очень мне понравилось решение декорации, особенно вот ее такая пластичность, ее то, что она меняется, изменяется, и с помощью этой декорации как бы ты, ну, они умело перемещают тебя в разные точки, то есть не только в пространстве, но и во времени. И вот самое для меня было такое красивое решение, это когда вот немножко там есть кусочек современности, 80-е годы. То есть спектакль довольно масштабный. Да. Это не какая-то там камерная история. Не-не, ну подожди. Ну вообще театр МХАТ Горького, огромная сцена, там 1700 человек, по-моему, в зале может сидеть зрителей. И просто это все и театр масштабный, и спектакль масштабный, он достоин этого театра. И вообще я так почувствовала какую-то там такую замечательную энергию. Я его вообще очень люблю. Знаешь, что-то вот особенно, когда была музыка, и вот эти вот массовые какие-то сцены, но такое ощущение в самом прекрасном смысле слова, как будто это студенческий театр. То есть оно, он живое, слаженное и такое прямо отдающее в зал вот это. Класс, да. Так класс. Что мне, я рекомендую. Кто любит, вообще, кто любит театр, это очень интересно. Ну, а про роман «Лавр» меня в комментариях спросили про этот роман. Мне кажется, вот для меня это, я вообще Водолазкина очень люблю, и несмотря там, ну, допустим, театр, такая вещь, она субъективная. Мне кажется, гораздо более, чем литература, потому что все-таки, ну, много есть для этого причин восприятия. Да? Вот литература Водолазкина, мне кажется, у него очень много поклонников, именно потому что там есть такая экзистенциальная нота всегда присутствует, когда простые вещи тебе так просто говорят, они как бы простые, вернее так, сложные вещи тебе так просто говорят о жизни и смерти, о любви, что это очень поразительно всегда. И даже когда я их услышала вот на сцене, я почему говорю «даже», потому что это очень сложно донести такие вещи со сцены на такой большой зал, чтобы это было пронзительно и попадало вот прям сюда. Не сюда, а сюда. И у меня это случилось пару раз на спектакле. А Водолазкин для меня вообще в первую очередь такой автор, который очень эмоционально меня как бы делает лучше. Но у меня все равно по-прежнему самый любимый его роман «Брисбен», «Авиатор», а потом «Лавр». Но это моя, как бы, это ничего не значит. Это как бы даже не оценка, это мое эмоциональное отклик. Ну, зависит отклик. От того, что где откликается. Конечно, да? Вот. Mm-hmm. Но вообще, конечно, я вообще считаю, что он один из самых интересных авторов современности. Очень рекомендую. А «Ричарда III» пойдем смотреть? «Ричарда III» надо посмотреть, потому что Сашка сначала он так репетировал. Ну, вообще Шекспир, мне кажется, редко кому легко дается. Ну, Шекспир, особенно такой материал, это даже не комедия. Да и комедия шекспировская, попробуйте эту легкость и вот эту вот гибкость, изящество и вообще все это найти.
Ричард – это одна из самых сложных ролей мужского репертуара. Не думаю, что он проще Гамлета какого-нибудь или Короля Лира. Не проще. Не проще, да, точно. Нет. И я просто видела, как Саша Домогаров, когда как раз репетировал, вот они к выпуску готовились, он так прямо входил в это по-настоящему. И сейчас, мне кажется, он очень доволен, как играется. Поэтому надо сходить, посмотреть. Я думаю, что... И вообще... Кстати, говорят, интересное на малой сцене в Театре Моссовета, я тоже еще не видела, идет спектакль «Игроки». Угу. Новая такая постановка. Но я его обязательно хочу посмотреть, потому что там играют мои коллеги как раз по трилогии Чеховской. Влад Боковин там играет, Антон Аносов. То есть я вот прям хочу увидеть мальчишек этих моих, с которыми мы вместе играем Чехова. Ну и потом они как-то так... Была Лариса Кузнецова, тоже актриса Театра Моссовета, очень хвалила, говорит, прям прекрасно. Прекрасно. Вот я хочу пойти посмотреть. Мы ей доверяем. Вот хороший план, кстати, на ближайших несколько недель. Надо театральный. Юля. Не верю. Не может быть. Ты специально? Ну что специально? Аттракционные поля. Мы выходим на какой-то другой уровень. Ну просто, чтобы вы понимали, Юля сейчас переодевалась для фотосессии. Была футболка, и мы спорили, что это за цвет. И ты говоришь, персики. Я говорю, нет, это цвет бедра испуганной нимфы. А потом я говорю, это все-таки сальмоны, так итальянцы называют. Вот такой бледно-розовый. А мы говорим, нет, он не такой. Цвет заката. Юля говорит, нет, он нет, такой. Они говорят, нет, девчонки сказали, он заветренный. Да. Я говорю, он не заветренный, он натуральный, не накормленный бета-каротином. Да. Поэтому он такой, ну, бледненький. В общем, мы так долго говорили про сальмоны. Про сальмоны, что Юля сказала, ой, так сальмоны захотелось, так семги захотелось. Все, теперь мы сейчас садимся работать. Я открываю книжку. Первое, что я вижу. Нет, ну невероятно. Просто сегодня это не первый случай, когда я сидела, гримировалась. Сейчас мы превращаемся в программу «Битва экстрасенсов». Почему бы и нет, просто знаешь ли. Я сидела здесь, ну, часа 4 назад гримировалась на первое интервью. Вот правда, ну это, ну к чему врать? За секунду до того, как раздался стук в дверь, я подумала, сейчас придет Юлька. В дверь горцы постучали. Тут же раздался звук в дверь. И я уже знала, что это Юля. И вообще... Самый интересный момент был вчера. Я зашла на кухню, сидит мой муж. Что мы, правда, превращаемся в мистические какие-то... Ну а что это? Мне кажется, это у всех в жизни... Музон такой главный еще подложить, да. Это у всех в жизни происходит. Мы сидим на... Вернее так, я вхожу в свою кухню, сидит Андрей Сергеевич, и телевизор работает без звука. Канал «Культура». И мы о чем-то начинаем говорить, меня не было там, я, ну, к вечеру приехала, вернулась домой, а он провел этот день дома, и мы о чем-то говорим, домашние какие-то вещи обсуждаем, и он мне говорит, посмотри, какое... А, я говорю, кто это на экране, звука нет, я думала, что он просто выключил звук, когда я зашла, он говорит, это какие-то фотографы, и потом спрашивает меня, посмотри, это Франция, Париж... Я говорю, да, это похоже на Францию. Я не уверена, что Париж, я не так его хорошо знаю, но похоже на Францию. Мы убеждаемся также без звука, что это Франция. В общем, мы звук в телевизоре не включаем. И потом мы о чем-то говорим, и Андрей Сергеевич говорит, какие прекрасные стихи. И начинает говорить две строчки, еще, ну, как бы, просто на память две строчки. Я говорю, Пастернак? Он говорит, ты знаешь их? Я говорю, нет. Я никогда эти стихи, правда, до этого не слышала, не читала. И он мне их читает. Он читает стихотворение полностью и говорит, по-моему, похоже на Блока. Я говорю, нет, не похоже на Блока, ни на что не похоже, поэтому я сразу почувствовала, что это Пастернак. Ну, так бывает, знаете, это как музыка. Ну, вот как бы Рахманинова не спутаешь с Прокофьевым, ну, если так сказать. И в этот момент Андрей Сергеевич, на экране, в телевизоре также без звука появляется лицо очень интересного такого, ну, человека седовласого, такого благородного. И Андрей Сергеевич говорит, наверное, русский, наверное, иммигрант или сын иммигрантов. И включает звук. Этот человек цитирует строчку этого стихотворения. Я вообще... Да-да-да-да! Нет, ну, это как? Да, вот как это? Вот это как? Не знаю. Как антенны там выстроились? Почему... пришла в голову мысль об этих стихах, и потом эти стихи прозвучали еще и с экрана. У меня столько таких историй в жизни, сейчас зарыдаю, просто капец, серьезно.
Ладно, извините, извините за мистику. Слушай, ну, кстати, вот по поводу фотосессии, сейчас я наблюдала, как работает фотограф, такое количество делается вот этих вот снимков, это же потом какая, я только почему-то первый раз задумалась, какая еще потом колоссальная идет работа отбора, работа с этим изображением. Ну, ты знаешь, я думаю, что профессионалы, у них так заточен глаз, что они очень быстро это сортируют, в принципе. Угу. То есть вот то, что тебе нужно увеличить, рассмотреть, угу. он, его глаз, ну, как бы, уже сразу видишь, что это шлак. Это уходит, угу. это уходит, уходит. И там, наверное, остается 20%. Из 20%, наверное, нужно выбрать 10%. Дальше идет уже там выверение деталей, а потом согласование клиента, там, кто в кадре, если он имеет право голоса и так далее. То есть тут такая... Ну, просто в бытовой жизни я ужасно мучаюсь. Мы знаем этих наших знакомых, которые в режиме спортивной съемки 400 Дима, да, фотографий. Дима, покажите знакомого! Мне знаешь, кстати, что рассказали? Что есть приложение, которое помогает фильтровать эти вот дубликаты убирать. Серьезно? Да, расфокус убирать. Есть да такие ладно? Приложения. Оно не одно. Надо просто, я себе там несколько уже закачала, я их буду тестить. Брут, и ты молчал все да, это время? Нет, ну вот, я тебе тут же решила с тобой поделиться. Гениально. А ты давай тоже поделись. Нет, ну я, во-первых, с тобой уже делилась приложением по поводу скандинавской ходьбы. Вообще, их очень много всяких приложений с шагомерами. Эта программа японская. Она, ну, ты можешь настроить на том языке, на каком тебе надо. Она и по-русски звучит, и по-английски, наверное, и по-японски. Я не пробовала. И она тебе рассказывает, во-первых, с какой скоростью ты идешь, не все время, а там через, ну, с какой-то периодичностью, угу. сколько километров ты прошел или там тысяч шагов. Но чем она отличается от шагомера, наверное? Она подзаточена, например, расход калорий при ходьбе скандинавской с палками, он гораздо больше, чем ты просто когда идешь. Угу. Я на самом деле закачиваю себе не так много, я изучаю, отбираю, и, как мне кажется, на сегодняшний момент отбираю такое, у меня в телефоне оптимальное. Это не то, у что там... У тебя немного, У меня немного, угу. нет, у меня немного. У меня есть что-то про моду, у меня есть что-то с рецептами, у меня есть что-то по-прежнему про здоровье, подсчет про культуру. Подсчет КБЖУ у тебя есть? КБЖУ нету. Нет, и это бесполезно, потому что я и так все знаю. Но я тебе хочу сказать, у меня есть абсолютно необходимое для жизни на сегодняшний момент, мне кажется, приложение от «Планеты здоровья». Это есть такая сеть аптек. Ну, я знаю. Да, вот. И у них есть приложение, но... В последнее время чаще всего в этом приложении я, конечно, заказываю там необходимые вещи, и медикаменты, и косметику, и что-то для дома, но я пользуюсь функцией «Моя аптечка». Что это? Ты понимаешь, это невероятно удобно. Вот я принимаю витамины, вот она. Иногда бывает, нужно принимать медикаменты. Вот я, например, недавно была у эндокринолога, и у меня прямо на 3 месяца расписано по часам, что, когда я должна принимать. Угу. Я не знаю, что это, обилие информации, я не знаю, ковид все как бы решат, или просто возраст, но я забываю. Или просто наличие дел, которых я должна все успеть. Это всегда было сложно. Помню, я забываю. До еды, во время еды, вот. Все это всегда было сложно. Понимаешь, да. Здесь тебе не дадут забыть. Тебе напомнят, ну как, есть специальный такой сигнал, который ты получаешь, бип такой, ты слышишь в правильное время, когда ты должна принять это лекарство. Угу. То есть ты устанавливаешь, как бы вводишь сюда те лекарства, которые ты должна принимать, лекарства, витамины, неважно, что тебе нужно в течение дня вот принять. И тебе это приходит приложение... Да, оно напоминает удобно, о приеме. Классно. Это очень удобно. Классно. И самое главное, вот теперь с этой функцией «Моя аптечка» в приложении «Планета здоровья» я в вообще у меня вот нету, как тебе сказать, вот такого дрожжемента. Ой, я забыла, я приняла, не приняла. То есть это... Ну, ты выключил стресс... я утюг. Зачем нам да, лишние эти вот, да, этот стрессовый фактор, он ушел. Особенно, конечно же, когда дело идет о лекарственных препаратах. Так что я, правда, очень рекомендую. Вот я не за то, чтобы захламлять телефоны всякими, ну, знаешь, нужными и ненужными, потому что я берегу память для фотографий, для видео прекрасных, для каких-то записок, серьезно, там, каких-то, я не знаю, литературных всяких таких там у меня по марке есть. Но это вот необходимость.